Друзья, всем привет! Сегодня посмотрим очередное упражнение для опоры руки. Что у нас есть опора? Это первый палец и пятый палец. Это вот как раз таки наша опора считается. У Шарля Ганона есть хорошее упражнение. Я сейчас его покажу. Я предлагаю как? Предлагаю по-другому сыграть. До, до, ре, до, ми, до, фа, до. И доходим до си, и потом, соответственно, идем вниз. И также мы можем менять структуру. Играть не от первого пальца, а от пятого пальца вниз. То есть вы сами можете уже варьировать, как вам удобно играть. Соответственно, высоко поднимаем пальцы, с силой ударяем в клавишу, чтобы развивалась крепкость пальцев. То же самое делаем и в левой руке. Ну и как вы чувствуете, если вы хотите от другой ноты играть, здесь это не так важно, можете и от ноты ре играть. От ноты ми, от фа, от соль, ля, си и так далее. Ну вот, я считаю, это очень хорошее упражнение для первого и пятого пальца. Еще раз ссылаюсь на упражнение Ганона. Вот это упражнение Ганона. Предлагаю свое упражнение. Ну и так далее. Можете играть от до 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 следующей октавы. Все. На этом большое вам спасибо, что посмотрели ролик. Не забывайте про лайк и про какой-то комментарий. Как вы укрепляете пальцы. Будет интересно почитать. Все. Всем пока, увидимся в следующих видеороликах.